А, такая у нас елочка. Женя ставит елочку снизу. Заезжает она. Может, не та? О, на часть. Та-та-та-та-та-та-та-та. Та-та. Папа, он говорит, у них 2 метра елка. Здесь у нас, кстати, хотя нет, как раз у нас под потолок. Когда будет. Мы купили, сколько он живет? Года 2-3 назад, 3 года, наверное. В 2015 году, по-моему, у нас была елка как раз кривая, где я работал с заводом. Ты ее вынес как раз, по-моему, учила я. В 16-м, значит. Ты ее вынес почти что весной, помнишь? Она колючка от нее, до сих пор там она валяется. Новые люди живут и колючки наши собирают. А то елки. Нет, они начали собирать колючки, наверное, когда ремонт после нас будут делать, снимать линолеум, тогда там, может быть, что-то будет. А так, наверное, не должно. Немножко надо веточки расчекушить. Вот. Ёлка, кстати, не такая, как мне представлялось. Когда я посмотрела ее в магазине, она была прям такая, не в магазине, а в журнале или на сайте, не помню. Она была прям такая пушистая, вот как дорогие сейчас бывают. А когда приехали в магазин, оказалась такая среднего качества. Нормально? Ну, нормально. Потом в следующем году, может быть, получше купим. Да? Побольше, красивее. Женька, а ты поздоровался с подписчиками? Здравствуйте, подписчики. Маша ручка, что-то так. Разгибает, разгибает. Я тоже своего продолжаю с утра. У меня еще день идет. Боюсь, пока лежала, я уже отвыкла их вести. Да, елка будет стоять уже не в комнате, потому что пока Дима маленький, он может ее снести, разбить, а у нас елочные игрушки антикварные, поэтому надо снести игрушки. Ну что, неси коробку, бери из этого. Неси. Здесь у меня есть новенькие. Новенькие. Хорошо житые старенькие. Вот такие вот. Да ты что, сначала игрушки. Давай их сюда. Так не эти, в коробке. А если не будешь? А эти они пока без веревочки. Куда ты пошел за коробкой? Сюда. Вот тут. Коробка. Нашел? Лесная красавица. Вообще, я считаю, надо уже переходить именно на такие елки, потому что в последнее время, если честно, мне очень жалко покупать стало именно живую елку. Потому что на даче у нас растет елка, вы тоже все это видели. И с каким большим трудом они вырастают. Они растут не за. Если бы она выросла за один год, такая вот большая, да, я еще понимаю. А когда она растет годами, чтобы вот стать примерно там такой вот большой, она растет лет 5, не знаю, лет 7-10, чтобы стать просто высокой
и ее срубают, очень жалко. Я представляю, какие там плантации этих елок. Ну, какая красивая. Потом мы будем под елочку складывать подарки. Завтра мы пойдем с Женькой гулять. Ну, погуляем, а вечером в тюрьму схожу. Завтра проснемся, сходим в этот. Ну все. Гудок. У нас только, знаешь, что нету, Жень? У нас нет звезды. Кстати, я всегда хотела. У меня была звезда, ее вешать, ставить наверх. Хотя она там очень мягенькая. Так, вот туда овечка. Это шоколадка. Кушай. Я знаю, что шоколадка. Я вспомню. Это у нас Снегурочка. Это у нас Снегурочка, и мы ее ставим под елочку. Да, у нас еще есть Дед Мороз казахстанский. Его так мама называет. Но он у мамы сейчас. Вот овечка. Ты год овцы был. Ее мы тоже. Да, там, кстати, что-то... А, вспомнила. Вата. Вату мы кладем под елку. Это снег. Клади вату под елку. Это снег. Ну, что ты? Вот так вот мы эту вату кладем. Это снег же у нас. Вот что-то пускаем, что ли? Снег. Там снег. Что ты там? Ты наряжай с любовью, что-то там. Готовил сегодня гречку-то. Я думаю, покушать сейчас что. Мы сейчас с тобой наряжаем елку. Ну ладно, про еду тоже надо подумать. Ну ты же знаешь прекрасно, что у нас каша дружба сегодня. А, ну кашу мы поедем. Вот я так вот у нас елочка. Нарядили елку. Илюха склонил, будет наряжать. Зачем нам это елка-то? Thank you.
красивый, слушай. Давай без дождика оставим. Вот дождик у меня есть. А эти вот я помню, собирал их на улице. Вот еще. Маленькая я была вместе с бабулей, я помню, бабуля Лида, мы шли, и я их все время собирала. Не знаю, по-моему, это вот та же, не знаю, может, у них осталась одна. Мне они очень прям такие нравились. Ну что, ребенок. Мне там тогда было лет 9, 8, 9. Ну не надо, не надо, не собирай. Мне так интересно это было. Почему? Они грязные, грязные вроде. Я думаю, господи, я домой приду, да помою их. Вот и все. Ушел, да, ну все, нарядили. Ну, подожди, бусинки. Дождик еще. Да будет дождик, не надо тоже. Без дождика красиво. Дождик, давай, дождик. А то я тебе сейчас этот дождик вотру. В коврик. Сейчас даже такой дождик, мне кажется, в наши 2000-е годы не найдешь. Сколько у нас число сегодня? 21 декабря. 21. Да, ролик выйдет с опозданием. И то, что решил обойтись. Ну, выйдет. Надеюсь, то, что до Нового года успеет выйти. Еще нормально. Тут не хватает. Повесь еще. Ты две такие уже сюда повесил? А, еще у нас есть шишечка. А где я? А, меня не видно. Шишку вот сюда положу. Они там не ложатся. Thank you.
Дима проснулся. Идем. Сынок, идем. Идем, покажу, что. Идем. Пойдем елку посмотрим. Не бойся, идем. Тоже палка, да? Пойдем. Папа. Стой тут. Папа. Идем. Идем, заходи. Смотри. Стой, 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 стой. Смотри! Это елка! Это елка! Приближается Новый год! Представляешь? Сейчас он за 2018, а будет 2019. Нет, вот трогать ее тебе нельзя. Я понимаю, что это очень интересно. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Нет, все, все, все. Мы посмотрели ее. И пойдем. Пойдем, все. Иди к папе. Иди к папе. Папа. Что там папа делает? А папа уже разделся. Папа уже беспорядок устроил. Уже папа разделся. Что это тут? Папа как по-мужски навалил прям. Да? А Дима кушал, скажи, уже. Кашку кушал. Кашку кушал, Дима, с тыковкой, да? Нет, 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 мы закрываем. Тут мы все закрываем. Тут у нас шкаф есть. Идем дальше. А, тут, кстати, хотела вам показать. Здесь домофонная трубка. С утра раз 4-5, наверное, кто-то названивал. И я ее вот так вот хорошо спрятала. Здесь у нас труба. Тут я. Здесь труба у нас. Та-дам! Нет, плохо видно. А это здесь! Догоню, догоню! Догоню, 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 иди сюда. Ой. Чё там такое? Чё там такое? Ой, да там капельки. Капельки там, да? Ты капельки туда складываешь, да? Да? Сына. Дима там убирается, да? Ай, горячая. Тихо, 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 не трогай. Не трогай камеру. Пока тут Дима прыгает, решила перекусить. Так, у меня бутербродик, здесь сырный соус и сыр, и чай. Вот, но он горячий. Придется сейчас взять вилочку. Вот у нас вот так посуда навалена. Вилка. Не знаете, даже, мне кажется, вот этот вот уголок, как в деревне, покрашены просто стены белые. Чего-то там. Да? Зайчик. Ну, покажи, что ты делаешь, как ты убираешься, покажи. Ты мне такую уборку вчера затеял. Как ты вчера убирался, сына? Столько игрушек у мамы, скажи, оказывается. Дима, повернись ко мне лицом. Как лесу задом. И там что-то есть, да? Угу. А потом вот так мы ходим, тут и спотыкаемся об них.